Сотрудники краевого управления ФСБ пресекли крупный наркотрафик синтетических наркотиков на побережье. Криминальный бизнес организовали двое жителей Краснодара. На допросе оперативникам удалось узнать адреса нескольких тайников. Всего же в рамках уголовного дела изъято 200 тысяч доз. К новому курортному сезону 27-летний Александр Кулаков начал готовиться еще прошлым летом. Мужчина подыскивал поставщиков товара, а его подельница организовывала закладки. Для рекламы и привлечения максимального количества потенциальных покупателей наркотических средств использовалась сеть интернет. Многочисленные закладки с расфасованными наркотиками, изъятые в ходе следствия, находились в городах, расположенных на Черноморском побережье. В целях преступной группы было охватить всю курортную зону. За покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере на этой неделе суд приговорил преступный дуэт к 15 годам тюрьмы и штрафу в 300 тысяч рублей. Кулаков будет отбывать наказание в колонии строгого режима, а его помощница Валентина Царева в колонии общего режима. Приговор в силу пока не вступил.